В культурном центре МВД России по Омской области торжественно отмечают 90-летний юбилей спортивного общества «Динамо». Большое количество гостей собрало торжество. Сегодня, пожалуй, единственная в своем роде организация, которая объединяет в своих рядах более 1 миллиона человек. Как правило, это сотрудники правоохранительных органов. Всего в «Динамо» входит 87 организаций. У нас в области это 21 организация, но практически 15 тысяч сотрудников органов безопасности, правопорядка, ветеранов «Динамо» и, что самое главное, молодежи. Как известно, без «Динамовцев» не проходит ни один спортивный праздник, ни одно состязание. Более 5000 «Динамовцев» ежегодно участвуют в легкоатлетическом кроссе в рамках Сибирского международного марафона. Кроме того, они постоянные участники областных соревнований «Праздник Севера» и «Королева спорта», «Спартакиады», «Спортивный город». Не обходится без их рекордов на всероссийской и международной аренах. Немало рекордов России и мира принадлежит именно им, динамовцам. Общество «Динамо» двигается вперед и вперед. Самое сильное общество. Я вырос в «Динамо» и считаю себя истинным, коренным динамовцем. Почетный динамовец, ветеран «Динамо». Быстрее, выше, сильнее. Для «Динамо» не просто олимпийский девиз. И нет сомнений в том, что динамовцы еще не раз заставят говорить о себе и о своих спортивных рекордах.